кошачий дрифт. О, чё у меня курсор появился? Кошачий дрифт? Жопой по полу, что ли? Обосранный жопой по полу кошачий дрифт. Ты чё, заинвайтишь нас или чё? Да. Моргат, подожди, подожди, я уже захожу. Да мне просто протестить надо. Не надо, со мной протестишь. Тестируй меня полностью. Да началось вообще. Ну у меня уже грузится GTA вообще, вот я уже вообще почти. Ваша ставка. 100 баксов. Так выигрывает же Морга, да? Подставная гонка? Да, подставная. Подставная гонка, да. Как же я охренительно смотрюсь в этой машине. Слышь, я лучше. Вы там крепче баранку держите. Я-то лучше всех ее держу. Спасибо. Держатели баранок, блин. Ой, даже этот давит. Слышишь, ты? Минус один, Серега. Просто вообще. Моя машина застряла в столбе, господи. Все плохо. Я подам на вас в суд за нечестную гонку. Тяжелая машина. Выживи сначала. Так, я увижу же финиш, я перед финишем тормозну. Ну, должен увидать, да. Я сейчас вас догоню еще. У нас, это позиция 1-3. Пипец меня занесло. Слишком ядерная тачка у меня. А вот тачкой управлять с фиксированной камерой удобнее гораздо. Траекторию легче по ней. В смысле с фиксированной? Ну, которая фиксируется, не когда ты крутишь ее как попало, которая за машиной. Ну тут на вкус и цвет. За машиной просто можешь не успеть поворачивать и траекторию собьешь и не будешь чувствовать ее. Тогда ты не очень, если ты не успеешь. Началось. Я не могу попасть в высшие лиги Старкрафта, да, я не очень. Пиздец, вы что там делаете? Я вас что, уже на круг обогнал или тут? Так ты вообще представляешь, что с моей машины после того, как я Славу ушел там? У меня просто все плохо с тачки. Ну, у меня был горький опыт с Порше, поэтому я разумен теперь. Все, я вижу финиш, я жду вас. Ты должен забрать его деньги за то, что он сделал со мной. Я на телефоне пока. Сейчас будет эпик фейл, если я тебя подтолкну к финишу. Я специально укрылся. Конец-то. О, ты видел это? Джон Ву нам просто вообще сделал. Приветик. Моргат, ну ты вообще. Гуталиновый ролик. Так. Захожу. Так, что делать надо? Че, башня никого не будем брать? Ну, не знаю, можно, почему нет. Давай всех. Можно вчетвером пока посмотреть. Так нам надо ее пройти. Не, она... Это соревнование, слова. А, то есть мы против друг друга будем? Да. Ну там как?
там, по-моему, 3 раунда. Вы все время роли меняете на каждый раунд, типа. Ну, а мы котики, атакующие с Димой. А почему я одна? А ты водитель... Вот, ты водитель бензовоза, да. Или чего-то там. А ты защитник? Слава тебе помогать будет, да, Слава защитник. Радимка, жмакай, готов. Тут не надо стрелять, тут надо просто с помощью своих машин помешать. Где эта чертова кнопка готов? А, я веду. Ты ведешь. В менюшке слева, третья. Четвертая. На четвертая. Ну черт. Готов. Два раза еще нажимать надо. Ой, я дождик сделала нормально. Да, дождик ночи, это что-то как-то вообще сейчас. Это утро. Дождик ночи, орлы за окном. Орлы за окном? Да. Так. Че, Дима, нам надо их остановить. Надо остановить грузовик. Чтоб я взорвался. Чтобы он взорвался, да. Так, а я типа на джипе должен вас прессовать. Да, да, да. Окей. А нам нужно до точки доехать. Так, а ты чё стоишь? Или мне кажется, что ты стоишь? Кто стоит? Да, у меня почему-то она тут стоит, Юля. Я еду. Нет, едет. Всё едет у меня. Слава, они сзади меня. Да, я вижу. Это что, победа? Что это сейчас было? Господи! С дождиком-то здорово вообще. Вы стоите и на месте машину прессуете нашу? Я вообще-то победил уже, ребят, не знаю. Сам с собой там? Серьезно? Первое место, деньги, все, я... Нормально, нет? Да... Я слишком эпичен, ребята, слишком я эпичен. Видимо, нужно играть в GTA Online-то, наверное, на Соньке. Так, Димка тут подбирается. Я его бортую. Ну вон точка. Да это вообще такая. Тебе не рисуется маршрут? У меня? Да. Ну я вижу до каких-то пределов, не до конца. А, ну окей. Дима, ты что-то вообще ездить-то не умеешь. А меня. Ты че, ты ездил на этой машине вообще? Да она, Дима, отличная. Мы тут с парнем такое вытворяли. У меня в команде нормальный чувак был. А ты это. Не знаю. Вообще. Дима ко мне приблизился, потом вот 10 раз перевернулся. Просто занесло стены, и все, и уехал. Все стены врезался и все. Вот, вот он пытается нас настигнуть. Юля, гони от него. Ладно, черт. Он меня обогнал и едет до тебя. Я вижу. Ты не можешь не топить сильно, чтобы я тебя смог догнать. Давай, Дим. Держись! Да ладно, я же не первый день играю. Уже месяц. Опс. Так, ты, по-моему, сама без меня справляешься, я его заметелила. Да, она такая тяжелая, я не знаю, что с этой машиной делать. Все, доехало. Все, победа. Ес, это моя первая в жизни победа в этой игре. Дюха там выиграл в одна. Отлично. У меня, кстати, у тебя ноль написано. А Блобра вылетел написано. Да, у него ноль. Нифига, тут кто-то супер модную Феррари оставил. Это я. Это твоя? Наверное, не знаю. Такая черная с желтыми полосками, ее нельзя открыть. Это игрок какой-то другой оставил. Не моя. Я ее отпинаю сейчас. На. Приглашайся, давай. Там, кстати, если разобьешь тачку другого игрока, ты за нее деньги будешь платить. Сука, это было все, блин, пацаны, оливы. Нет, в смысле не помнешь, а взорвешь там или что-нибудь такое. А, ну ладно, фары хоть разобьем. Заходи давай уже.
Так, список дел. О, господи, он вышел из магазина и меня убил. Я не успел. Секунду. Конечно, он видел, что я стекла ему выбил в его супер Феррари. Так, тут какой-то пень меня хочет убить. Он меня убил. Это Никита 894. С которым за то, что выбор. За то, что ты умер. Да, и по мне мусоровоз проехал. Да, он меня убил, по ходу дела. Да, меня просто какой-то бич сбил вообще. Да, меня тоже машина сбила. Он потом полчаса целился и пристрелил. Так, это ты? Это ты. Блин, почему? Все еще там гоняет. Вон он, погнали вперед. А там давай, он Юля стоит или кто? Да, у нас машина все равно двухместная. О, господи. Ой, гаишники к нам пристали. Так, ты че за этим-то не поехал, бичом? Вон сейчас. Он по кольцевой катится. Он уже далеко. Там в аэропорту. Я не понял, так почему за ним полиция не гоняется, но за нами. Ты за ним, наверное, тоже будешь гоняться. За вами полиция гонится? Вон. Вы пытаетесь убить этого Никита? Да. И он умирает. Да, он умер. Надо деньги забрать, подожди. $500 в кармане. Ты куда погнал-то? А соточка. За нами 3 звезды за мной, по крайней мере. Все ужасно. Да, за мной 3. Юля, погнали. А мы не видим, да, точку? Блин, меня выкинуло из... Пока не видим, пока это самое. А мы, кстати, в его тачку не можем сесть? Нет. Я могу ее только расколотить. Тепло там. Колеса, может быть. Вон он опять. Он умер. Из него что-то выпало. Бабки. Бабки и ракетница. Подожди, стой. Слава, нас сейчас взорвут просто и все. С вертолета расстреляют. Все, катись, катись. Давай на взлетную площадку вперед. Там оторвемся. Походу дела не проедем, да? Грустная история. Неплохо. Тихо, может они сейчас не спалят тут. Там сзади полиция. О, сзади. Впереди. О, господи, все. Он опять там резнулся. Че, он за вами не гонится? Он, да, походу дела за нами катается. Я опять его убил. Это Никитка. Он там в машине уснул. А чё, реально нельзя машину открыть, когда он мертвый там? Вообще нельзя. Да давай в полицейскую садимся, я уже вон сажусь в полицейскую. У меня мало хп, Слава. Блин, меня убили. Че, он не у тебя в друзьях, Андрей? Не знаю, сейчас проверим. Так.
Быстро мы. Как мы вообще на этот поребрик заехали, кто-нибудь не скажет? С искрами. Фига ты срезал. Что-то сегодня как-то совсем не метко стреляют, слушай. Да, я тоже. И они там все разъехались, они все разбегаются. Мы едем к этому. Но у нас тут проблемка. Мы можем завалить миссию сейчас, потому что у меня машин нет рядом. А чё ты... От вас убегают, что ли? Да. Там справа стоит. Догоняй двоих, я тачку найду. Ну давай. Ну чё? Да что-то беда какая-то вообще. Да что ты машину-то не взял? Так не могу найти. Нет машины вообще. Улицы просто пустые. Блин, ну я гоню за ним, что есть сил. Раненые. Ой. Раненые я совсем. А он на чем? Он так пешком и чесал? Да он на велике. Я одного убил на велике. Ты еще один, что ли? Да-да-да. Да я что промазал во всех вообще, они все так разбежались без понтового. Да, блять, мы его с тобой гоним на другой континент. Я расшатал его. Так. Ура! Мне нужно сейчас тебя найти. Да, сейчас, сейчас. Ты в мою сторону бежишь? Да, да, да. Слышишь? Залазь в мою тачку. Поехали давай. Ой, господи, это какой-то провал вообще. Но с другой стороны, может, это как раз тот самый шанс, когда мы сможем. Конечно, сможем. А, вон я вижу вас на карте. Да мы там последнего этого убили. Нифига себе. Понтушки сейчас были вообще. Это было неплохо вообще. Ты чё? Я что-то испугался. Чё, погнали отсюда. А вы видели, там управление есть на этой тачке, тачке можно прыгать? Да, 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 вон этот едет, прыгает вообще безумный. Просто сейчас перевернемся куда-нибудь. Господи! Тихо, все, контролем. Все под контролем. Крышу помял немного, но все нормально. Всю машину вообще просто. Ой, чуть миссию не запороли вообще. Ужас какой-то. Ты бы еще на стоянку к этим пацанам бы так полетел.
просто перекрутился, машины бы всех задавил кубарем, встал бы на колеса и поехал. Короче, нам надо как-то так припарковаться, чтобы нас не раздраконили там, как в прошлый раз, у больнички надо. Да надо за там. Этот, за столб встать. Вот нам уезжать встанем. В эту сторону, так что развернись сразу в эту сторону. Там уже война. Ладно, я вылез уже. Быстрее. Так, ты меня немного зашатал. Блин, этот тебя дебил так погиб. Убьют, надо за стол прятаться. Слышите, да? Да. Этот Некит погиб. Я слышу. Так, Славку прикрыл. Спасибо. А вон она уже вроде. Да у нас есть еще жизни немножко. Кто-то стреляет рядом. Ой, у меня мало хп очень. Я убил последнего. Так, садись в лоурайдер. Я сел. Отлично. Я тоже сел. Так, нам нужно как-то друг друга прикрывать. Нифига, вы уже угнали? Ты зря Моргот останавливаешься, но надо уезжать до точки. Я понимаю тебя, но надо как-то вместе держаться все-таки. Да-да. Фу, я думал, ты сейчас в стол влепишься. Вы не туда поехали. Ты не туда, Моргот. Я срезаю. В тупик? Ой, Слава, все, отстань, а. Папа за рулем. Ну почти. Почти, папа. Ты наших бросил. Они сейчас там погибли. Так надо было за мной ехать. Не, нормально. Да, у нас тут никого нет. Вот видишь как. Видать, мы скрипт сломали, все. Я надеюсь. Ой, вот за нами я. За вами, то есть я беру. А мы сзади. Есть контакт. Свои должны попасть к Бенни. Давай прикроем своих. Погнали, вот наши гонят. Уже здесь. Наши гонят. Отлично. Сейчас он вас задает. О, господи. Это было близко. Yes! Ну, наконец-то! Что за движуха банды? О, это прекрасно. У меня такая рана. Ну и лицо у Андрея. Андрюха вообще не понимает, где он находится. Его не, все еще не отпускает после твоих этих покурешек у тебя дома. Все нормально. Все нормально. Я просто всегда удивлен. Давайте создадим свою банду. Андрюха, кто тот человек? Слышите, да? Да, надо сейчас сделать. Просто как? Кепка мне не идет, все, отстань. Как мы ее назовем? Low Riders? Нет, точно нет. Вот это 17500-то по-барски, да, вообще отвалили. Сразу седьмой левел. Просто по-барски. И стоило это срезать всего лишь под мостом. Сейчас Некит вас будет мочить опять. Да. Надо быть готовым. А чё, где банду-то надо создавать? На Social Club. Да, на там чё-то. Давайте делать. Придумаем название, я создам. Хороший вопрос. Я завис. Я тоже. Я тоже. Какие мы креативные тут все.
обосраться вообще. А ладно, давайте тогда завтрак создадим. Серега будет, может он нам это... придумает. Название? Потому что он не будет в нашей банде. Он будет в своей банде. Мы сейчас придумаем, да. Да, вдруг он законючит. Что-то, видимо, мы вылетели все дружно. Нет, у меня опять заставка пошла какая-то. У меня черный экран и загрузка. Да, у меня тоже. Может, мы первые, кто прошли эту миссию? В мире? Он мне сейчас рассказывает, как можно свой лоурайдер замутить вообще. Вот он, мне тоже. Как добудешь, говорит, тачку из списка, мы, говорит, тебе это самое, подмутим все. Я не хочу на лоурайдере гонять этот нищий. Да, мы слишком белые для этих лоурайдеров. Да, правильно ты заметил сейчас. Мы слишком белые. Исключительно белая раса. Так, почему я стою в каком-то пингвине, самолетике, или что это такое?